Железная битва — это как книга, что еще не прочитана. Новую страницу перевернет ветром, и на сухом древе вырастет новая ветка. Грудную клетку сердце бьет намного чаще, когда голос ее говорит простое «Здравствуй». И мы во власти неба сквозь знаем наверняка, в чем тут дело, кто рисовал эту карту с нашими дорогами и почему сквозь годы мы опять бок о бок. Что это, любовь или единение душ? Ответь, тебя прошу, не мучь. Если Бог хранит то, что между нами, нам не избежать этих испытаний. И мы не вправе менять, и вряд ли поменяем, что высечено там. Что нас держит тут? Да ничего по сути. Кто эти люди, что вокруг тебя и меня? Хотят нас поменять, как старую тетрадь. Но я верю во взгляд твоих чистых глаз. Мы ошибались не раз, путаясь в котах, путались в словах, путались во снах. Читая мысли друг друга, только в этих стихах. Прыгали во враг и поднимались к небу. Были близки, как никто раньше не был. Сгорали в любви, друг друга ненавидели и видели счастье где-то там вдали. Были на мели и богатели в секунду. И наплевать на тех, кто постоянно судит. Ведь у этих судей нет ключей от судей. А значит, будет у нас все так, как будет. Может, эта история закончена, и пора начать нуля. Что тут поменяет эту очередь? Мы увидим с тобой все из космоса. Может, эта история закончена, и пора начать нуля. Что тут поменяет эту очередь? Мы увидим с тобой все из космоса. И пора все начать с нуля. Тоже поменяет эту очередь, и мы увидим с тобой все из космоса. Может, эта история закончена, и пора все начать с нуля. Кто же поменяет эту очередь, и мы увидим с тобой все из космоса. Может, эта история закончена, и пора все начать с нуля. Что поменяет эту очередь? Мы увидим с тобой все из космоса.